Машина «Волат» и особливые замежные постояльцы. Новый опыт у сельской господарцы Ашанского района. У сельгаспредприемства «Барздоука Агро» опробовывают один из наимогутнейших тракторов российской вытворчести – РСМ-3535. Агрегат призначен для опрацовки великих площадей у короткие термины. Под его капотом больше за 500 конских сил. Тест-драйв техники провел и старшиня Витебского облвыканкама Миколай Шарснев. Напереди у машины выпробование на полях. Испытания начнутся непосредственно с началом посещения полевых работ, с первых дней. И потом будут дадены результаты. А чем посмотреть преимущество этого вида техники в сравнении с другими аналогами тракторов? Данный трактор достаточно экономичен, умеренный расход топлива по сравнению с аналогичными, скажем так, тракторами. И по поводу его производительности, этот трактор, он один из самых высокопроизводительных в своем тяговом и силовом сегменте. Он 542 лошадиных силы, это минимальная, 572 максимальная. То есть, брать у кировца, у них максимально 428 лошадиных сил. Керовник в области так само ознайомился с тем, как в Аршанском районе проходит адаптация до мясцовых умов уникальной для Беларуси породы живел – датских червоных коров. Первые 250 замежных рагуль прибыли на молочно-товарный комплекс Республиканского вытворчего унитарного предприемства в Усте Национальной академии наук Беларуси. Это первый опыт Украине по утриманию одной из лепших у свете пород по продукционности молока и его якостных показчиках. Усяго плануется закупить 1200 таких живёл.